Привет! Сегодня мы с Ксюшей отправляемся в Витебск. Первое место по нашему исследованию – это барбершоп. Мне надо обновить свою бороду. Погода не очень рад. Вчера была жара плюс 20, а сейчас вон плюс 7 всего лишь. Но ничего, настроение у нас позитивное. А пока увидимся в Витебске. Ну вот, мы в Витебске, мы приехали в наш барбершоп. Он называется Barbers. Находится практически в самом центре Витебска. Это улица Ленина. Там находится Славянский базар. Вот там внизу, как с горочки спустится. Поэтому самый центр. Ну а то реклама этого барбершопа или антиреклама мы узнаем после нашего визита. Мы зашли в предбанник. Вот что. Телочкам вход запрещен. Только телочкам с пацанчиком. Поэтому моя телочка с пацанчиком, поэтому мы пойдем. Пошли. О, смотри, смотри. Сейчас проверим. У клиентов у нас всегда бесплатно чай, кофе, виски, Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. Так, вот чайник ухаживает. Начинает сейчас стричь его бороденку. Сегодня у нас другой мастер. Барчелло. И Васик. Все в таком стиле. Кожа на диванчик, на котором я сейчас нахожусь. Ну, вот тут всякие брутальные картинки. Играет музло. Стёмик обработает мастер. Люк сидит с важным видом. Это мы были здесь 2 недели назад. Бороду надо чаще стричь и ухаживать за ней, чем девочки все делают прически. И стоит так же, как наша прическа. Но здесь круто. Готовили кофе, Тёмика намазали, делают тонировку. Вот так он лежит. Один нос. Он, наверное, смеется, но мы этого не увидим. Тёмик, как ты себя чувствуешь? Классно. Хорошо. Горячее полотенце. Хорошо. Расположилась вот здесь. Тем временем мне приготовили кофе, и у меня будет кофе-пауза. Thank you.
кожу подстригли. Меня подстригли сейчас, меня полутонировали. Так все тщательно, долго, столько процессов. Дольше, чем женская стрижка. Это когда мы были в Париже и зашли в магазин косметики Sephora. Там один продавец гей был скупой. Да, с наклеенной бег. Такой же чёрт. Тёмик брутальный пацан. Ну, всё. Закончилась моя процедура. Как бы всё хорошо. Я доволен. Всё, спасибо. Будем вас советовать. Он очень любит виски. Спасибо. Спасибо. Ну что, наше посещение барбершопа Барберс Витебский, оно закончилось удачно. Мне все понравилось. Мастер Павел. Как что получилось? Ну вот, разница есть, нет? Конечно, вообще все красиво, аккуратненько, молодцы. Мне тоже понравилась работа его. Поэтому, что я могу сказать? Здесь вот, если вы видите кружок с нашим логотипом, нажимайте на него, переходите и подписывайтесь на наш канал. Также ставьте лайки, ну или дизлайки, кому не понравилось. Комментарии, вопросики. И, конечно же, приходите в Витебский барбершоп.